хочу рассказать о живом питании, так как думаю, что это как бы, ну, для меня очень важная штука в жизни. Значит, началось где-то году в 2005, когда, может, в 2004, когда начал читать Шаталову, потом Сыроедов и тому подобное. И, в общем, если обобщать, то вот за это время, уже лет 15, были два опыта с сыроедением, один опыт с вегетарианством, и все эти три опыта, они ведут, ну как сказать, к такому состоянию организма, когда то зубы болят, то слабость, то еще какая-нибудь ерунда возникает. И только живое питание, это сырые овощи, фрукты плюс кефир. Ну, я его с финиками ем, но это тоже как бы сырой овощ, ой, фрукт. Только на этом питании я себя чувствую как бы гармонично с миром.